Глупо, конечно, но круто. Ты бы к врачу сходила, то вдруг сотрясение. Как тебя зовут? А ты что, не знаешь? Нет, я-то знаю. Я проверяю, помнишь ли ты? Питер. Паркер. Питер Паркер. Ну, к врачу все равно сходи. А ты Гвен, верно? Гвен Стейси. Да. Буду рядом с тобой до конца моих дней.